Глубина колодца порядка 6-8 метров. 25-летний мужчина спустился вниз, почувствовал себя нехорошо, стал звать на помощь. К нему спустился его родственник, не смог, к сожалению, оказать ему помощь, также стал звать на помощь третьего своего родственника. Третий мужчина также спустился, но, к сожалению, подняться наверх никто из находившихся в колодце людей не смогли. По данному факту следственным отделом по городу Анапе проводится доследственная проверка. С целью установления причин смерти погибших назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Возраст мужчин составлял 46, 58 и 25 лет.